Листья желтые над городом кружатся, тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Можно ли, дорогие друзья, представить более удачного начала для выпуска? Мы находимся в городе, который начинается на Черня, заканчивается на Ховск. 3 года назад мы здесь были. Стал ли наш проект за это время успешней? Стало ли больше у нас подписчиков? Поэтому, дорогие друзья, давайте сделаем так. Вам надо прямо сейчас взять и подписаться на канал. Тем более, пошел слух, если у нас будет 10 тысяч подписчиков на Ютубе, то поправки в Конституцию не примут. Все, проект окей. Гурье, поехали! Ну так-то нормально здесь, что я скажу. Вот по лету, зимой здесь делать нечего. Да и так молодежь валит, конечно, отсюда. У тебя есть девушка? Нет. Найдем тебе девушку? Конечно. Какие параметры? Главное, чтобы не тощая была, такая, чтобы в теле, но и не толстая, понял? Ну, как любим, чтобы... Короче, такая жаробасина нужна тебе. Ну, такая, чтобы полненькая. Друзья, можешь привет передать, есть у тебя друзья? Да, всему Черняге привет, все меня да знают. Да не ври мне, всех ты знаешь. Конечно. Знаешь, вот, как зовут их? Я этих не знаю. Не знаешь, а говоришь, всех знаешь. Расскажите что-нибудь про город. Город классный. Обалденный. Супер. А вы с рыбалки идете, судя по всему? Да. Двух карасей. Да. Вот таких добрых. Вот такого. День молодежи был. Да. Праздновали свой праздник? Я праздновал свой праздник. День строителя. Да. Вы строитель еще? Да. Хотите посмотреть мою работу? О, красиво. Вообще шикарно. Огонь. 3 правила вашей жизни. Хорошая жена и хорошие друзья. Семья. Ну не обязательно, чтобы хорошая жена и хорошая семья это был один тот же человек. Нет. То есть у вас семья есть, еще и отдельно жена есть. Не, ну мы семья, ты не подумай. Ты что, дурак? Не понимаю. Что ты гоняешься? Мы еще не общались с красивыми девушками. Да, ну давайте. Да, не знаешь, где найти их можно? Я стою здесь, давайте. Здесь скучно, здесь просто люди такие еще есть. Завистники тебе. Не буду материться. Какая-то история, может жесть какая-то была. Драка была, жесткая драка. Это давно было? Недавно. Били мою подружку, которая была 18 лет, и исполнилось в этот день. Я подхожу, а ее бьют 5 девочек в луже. Ну и я была в белом платье, это белое платье было все в крови, как бы, я не знаю, что на меня нашло, я просто думала, поубиваю, честное слово. Ты раскидала всех девчонок? Конечно. Я же занималась, мама, почему, блин, господи, раскидать. Боями ты занималась? Да, когда-то в детстве, я сейчас с охраной просто работаю. Где ты сейчас работаешь? В охране работаю. В охране ты работаешь? В Калининграде, да. Что раз ты занималась ММА, ты знаешь, как обороняться. Вот, типа такая, девушка, нельзя разбрасывать окурки. Ага, а я потом подхожу к тебе с другой стороны, делаю тебе вот так. Загибаю, еще могу тебе ебать пинча хорошего. Мы опаздываем просто. Как тебя зовут? Катя. Не бросай окурки, где попало. А чем ты занимаешься вообще здесь в городе? Помимо учебы, там, чем любишь делать? Играю на гитаре. Ты на гитаре играешь? Да. Ты сейчас сделаешь все, что ты играешь, мы потом подрисуем тебе на монтаже гитару. Ну, попробуем. Хорошо. Какие у тебя еще таланты есть? Рисую. Клубничка. Черняховск – город спортсменов. Подъем стакана с переворотом. Здесь самый лучший стадион, самое лучшее футбольное поле, на котором тренируется футбольный клуб «Прогресс». Футбольный клуб «Прогресс Ж», «Прогресс 2». «Ж» – это типа качество игры? Женский, нет. Вы футболистки? Да. Вместе ответили, сразу в команде точно играет. Центральный защитник. Левый полузащитник. То есть на 23 февраля ты отмечаешь праздник, День защитника. А я День полузащитник. Ну, нам надо доказать, девчонки, что вы действительно играете в футбол. Давайте, все, мы подрисуем потом мячик. Давай, клади. Все. Готов? Оп, оп, аккуратно, опа. Так, разок, хоп. Ну, подержала. Оп, оп, одновременно пнули один тот же мяч. Не роняйте мяч. Все, держи мяч. Все, мяч с собой заберете. Ничего себе, прям молодой папа такой-то, да, уже? Ага. Как стать молодым папой? Не знаю. Сколько тебе лет? Мне 13. 13 лет уже папа, молодец, смотри, прям, молодцы, Черняховск. Я архитектор. У вас руки не устают вот так постоянно, прям так машете, нет? Почему? Ну, я русский человек. Да, вы за здоровый образ жизни? Да. Да, вы же не пьете? Нет. Вот это пошла хуйня, извини. Про что конкретно вы имеете в виду? Коронавирус. А может быть, вы есть коронавирус? Такой радостный, счастливый ходите. А может ты? А может и я, представляете? Один вопрос по Конституции задай. Ну? Как вы относитесь к поправкам Конституции? Я
Я не понимаю конституцию. Ясно. Что такое конституция? Это вообще ни о чем. Уважайте нас. И мы никогда не пропадем. Часто гуляя по городу, мы обращаем внимание на различные смешные, необычные вывески. Ну и после такой вывески мы не смогли уже устоять, поэтому прямо сейчас будет специальная рубрика, которая называется «Прикол Приколыч». Продуктовый магазин «Бабушка. Оставь всю пенсию у нас за раз». Только в Черняховске, чтобы жениться или выйти замуж, не обязательно иметь вторую половинку. А название этого заведения полностью описывает ситуацию с кафе и ресторанами в данный момент времени. Черняховск – просто квасный город. Черняховск – это лучший город на земле. Город перспектив и самых высоких зарплат, поэтому… Ага. Ты в администрации работаешь? Во-первых, так. Дороги, добрые люди хорошие. Еще могу тебе ебать пинча хорошего. Что бы ты изменила, может быть? Изменила бы? Да, например, типа мужу. Моего мужа завтра день рождения. Ну да. Давай что-нибудь, пожелаем что-нибудь. Игорь. Дорогой мой муж. Подожди, стой. Нет, давай ты возьмешь. Я буду говорить? Да. Игорь, дорогой муж. Мы когда встретились, я сразу понял, что мы будем вместе долгое время. Несмотря на то, что ты постоянно храпишь, а я готовлю, стираю. Люблю. Я все равно тебя люблю. Почему-то, я не знаю, в чем магия Черняховска, нам многие отказывали сегодня. Как с вами пообщаться? Немножко пообщаться. Буквально пару вопросов. Нет. Можно пару вопросов задать? Черняховск. Ты местная, ты многих знаешь. Помоги нам, пожалуйста, просто стань на время ведущей этого проекта. А вообще-то вы откуда и чего? Вы что-то не представились. Нет, вы вообще-то представьтесь, вы просто, ну как, телевидение или просто так? Да. Традиционная рубрика «Мы не могли не заглянуть в Черняховск на вещевой рынок. Тоннель моды». Погнали! Опа, смотрите, вы думали, мы вас уже не удивим? Пожалуйста, черняховская мода прямо здесь и сейчас. Здравствуйте, как я выгляжу? Просто по-вашему... Вам настолько не понравилось, как я одет? У вас такой образ, что вы в любом одеянии понравились с девочкой. Вам понравился я? Конечно. Да. А вот мужское мнение, как вот так одевались бы? Вряд ли, наверное. Как я выгляжу? Очень даже замечательно. Что больше всего нравится? Пиджачок с карманами. Здравствуйте, как я выгляжу? Круто. Да? Да. Ушли бы ко мне вот от него? Нет, ну что? Нет, у нас двое детей уже нельзя. Где вы одевались? На поле чудес? Во. У вас самые гламурные носки. Вот, да. У нас пол Черняховска так одевается. Что? Носки с босоножками. Самое обидное, что носки действительно мои, только это не то, что было мое. Как я выгляжу? Только честно, прям. Окейно. Классно. Модно, молодежно, европейский главное самое. Вы из Черняховска? Да. Нравится вам этот город, честно? А он какой-то такой тусклый, мутный. Как? Вот же я вы одел... хоть свежий. Сразу видно, да, что я не местный? Да, не местный, не наш. А вы тоже котик, мне кажется. Вы кошечка? Я кошка, да, я год-тигр. Вы кто? Мы... Драконы? Гурьевские драконы, да. Что-нибудь расскажите прикольное про Черняховск. Ну, этот город в честь Ивана Даниловича Черняховского. Ну, война когда была. 1942 по 1945. Да. А что ты смеешься? Я видела, как она сейчас учила. Она учила, да? Серьезно? Нет, это красивая. Каждая пара должна быть красивая, типа, и некрасивая подруги. Поэтому я с ней дружу. Нормально ты меня посрал. Первая строчка гимна Черняховска. Чего начинается гимн Черняховска? Россия священная. Россия священная, все верно. Цвета флага Черняховска. Белый, синий, красный. Отлично, все нормально, мы идем. С какими странами граничит Черняховск? Литва, Польша. Литва, Польша. Все нормально, идем. Ну, все правильно. Что такое суффикс? Суффикс. Суффикс? Да. Это суффикс. Блять. Окончание. Что такое окончание? Ты знаешь, что такое окончание? У вас же дети есть. Поэтому их так много. Нам почти весь город анонсировал, что вы самый узнаваемый человек. Человек-легенда. Да. Как вы пришли к этому? Ну, нормально. Про город Черняховск, что вам нравится? Черняховск — это город, девчонки дофига молодые, вот я с ними гуляю пока. Ну там Катюха, Лида, Диана, Ксюша, трое. Четыре назвали. Да, еще я. Не хотите стать на время ведущим нашего проекта?
Задолбали гонять на мотоциклах. Здорово, мужики. Здорово, брат. Куда они скипнули? Я тебя люблю, кошечка, извини. Конь, меня до дома довези. Да задолбали ездить. Нам сказали, что мы обязаны с вами пообщаться. Мы с вами пообщались. Макушка потывала, где волосы не хватало. Черняховск был вот таким. Все, что от вас требуется, дорогие друзья, подписаться на наш канал, потому что совсем чуть-чуть осталось, чтобы добить до десятки тысяч подписчиков. Как только добьем, сразу пойдут смешные выпуски. Это хороший стимул, мне кажется. Все, это был проект ОК Егорьевск. Пока.